Худших представителей рейтинга красной икры можно встретить в магазинах Акасии, в отличие от лидеров списка, поэтому начнем с конца. У икры Киржачского консервного завода оценка 0. В банке помимо икры горбуши есть имитированная икра, а жидкости от лопнувших икринок больше, чем положено, поэтому и плохая оценка за качество. Зато нет антибиотиков. Ее цена 210 рублей за 100 граммов. Еще одна икра, которую можно найти в наших магазинах, это сахалин-рыба. Ее оценка меньше 1 балла из 5 возможных. Там имитации нет, но зато есть бактерии кишечной палочки. А еще количество соли ниже, чем устанавливает ГОСТ. Есть и достоинство, например, то, что нет синтетических красителей. Цена икры в 2 раза больше, чем у предыдущей. Марку «Путина» также найдете в Абакане, ее рейтинг 2,8 из 5. Эта икра умеренно соленая, паразитов и антибиотиков нет, но живут бактерии группы кишечной палочки. Поэтому за безопасность оценка 0, цена высокая, за 100 граммов 737 рублей. Отличники марки «Вкусвилл» и «Метрошеф». Такие точно в Абакане не найти. Это продукция московских магазинов. У этих баночек высшие оценки по всем показателям. Цена у них одинаковая – 637 рублей за 100 граммов.